Частная компания «Луганское энергетическое объединение» без предупреждения отключила от электроснабжения ряд объектов в Троицком и Новопскове. Под отключение попали водоканалы, несколько детских садов, школы, центральная районная больница и дом престарелых. Со среды 27 апреля без электричества осталось здание, где размещается телеканал «Лот» в Северодонецке. Подробности в видеоматериале. В этом здании расквартированы добровольческие батальоны системы МВД. В соседнем находятся областные учреждения, телерадиокомпания, налоговая милиция и отдел статистики, которые переехали из оккупированного Луганска. Оба здания принадлежат Институту азотной промышленности, который находится в стадии банкротства. Из-за его долгов работа всех учреждений полностью парализована. Когда в прифронтовом городе компания, энергоснабжающая российского олигарха, отключает от электроснабжения объекты, в которых дислоцируются военные, в которых расположены украинское радио и телевидение государственное, это, наверное, не саботаж, а военное преступление. И говорить о том, что это спор хозяйствующих субъектов, в данном случае, по меньшей мере, неуместно. Важным является тот факт, что объекты Луганского энергетического объединения работают весьма успешно на оккупированной территории в ЛНР, и информация о том, чтобы там отключали телевидение, радио или объекты, на которых дислоцируются военные, я не слышал. Это значит, говорит о том, что компания господина Григоришина весьма успешно собирает платежи на той территории, потому что ни о каких задолженностях и отключениях за долги информации нам не поступало. Претензии у энергообъединения не к нам, претензии к одним из потребителей электроэнергии, а именно к военным, которые здесь расквартированы. И как следствие страдает весь этот комплекс, который записан от одной подстанции. То есть это преподносится как ситуация с какой-то, как аварийная какая-то ситуация, но во всех разговорах четко дается понять, что долг составляет там более 2 миллионов. В результате неоплаты за поставленную электроэнергию нам отключили, точнее, здание, в котором мы находимся, было отключено от электроэнергии. В результате чего вторые сутки, скажем так, подразделение не может полноценно функционировать и выполнять свои обязанности. Не первый случай в области такой, который, ну, я считаю, что необходимо комплексное решение на самом высоком уровне. Напомним, Луганское энергетическое объединение принадлежит российскому бизнесмену и является монополистом по снабжению электроэнергии в Луганской области. Предприятие до сих пор не перерегистрировано на подконтрольной Украине территории.